Церковь Бразилии возглавила список заслуживающих доверия институтов страны. Католическая церковь и вооруженные силы, по мнению жителей Федеративной Республики Бразилии, являются институтами, наиболее заслуживающими доверия, в то время как правительство в целом, парламент и политические партии заняли последние строчки опроса, сообщает христианский портал InVictory. Данные социологического исследования были предоставлены на этой неделе Бразильской национальной конфедерации транспорта. 43% респондентов выразили свое доверие католической церкви, 19% вооруженным силам, 13% прессе, сообщает католическое информационное агентство МИСНА. Выборочная совокупность охватила более 2000 человек, проживающих в 137 муниципалитетах этой латиноамериканской страны.